в Иерусалим, сейчас со своими сподвижниками, в частности, например, Анас ибн Малик, да, то есть он же был как бы подчинялся ему, то есть, и как он, то есть, если вдруг, например, Анас ибн Малик ошибался в чем-то, как он с ним вообще общался, то есть, про общение? Это Анас ибн Малик, радиллаху анху, его же хадит, ма саббани расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, амин. Никогда меня не ругал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ни разу, сколько бы я не ошибался, он меня никогда не ругал, сказал Анас ибн Малик. Поэтому, субханаллах, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, умер с какими словами? الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم ترجم صلى الله عليه وسلم قال نماز 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 то есть Аллах алейхи салям сказал молитесь 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 то есть сейчас перед смертью о самом важном صلى الله عليه وسلم человек умирает о самом важном хочет сказать завез своих детей говорит вот тут у меня бизнес давайте на вас перепишу тут говорит давай я тебе квартиру перепишу те люди нам должны заберите у них долги я им должен верните долги А самое важное хочет, когда чувствует смерть. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: "Ас-сала, ас-сала, ас-сала, ва ма малакат айманукум". Намаз, намаз, намаз. И потом хорошо относитесь к тем, над кем вы стоите руководить, и руководящими. Поэтому аль-акиль, разумный человек, он понимает эти вещи, сможет правильно выстроить рахмат отношения.